Итак, ребятки, всем привет, с вами Александр, у нас вторая часть Лиги Доминатор, и это Эрли Казаврик, в общем-то, Терезина Завроид. Ну и сейчас будем двигаться, покуда хватит динозавров. И начнем мы, пожалуй, вот с такой вот троицы, посмотрим, на что она способна, какой сейчас уровень у нас противников, вероятно, повыше может быть. Плюс-минус, короче, мы попали в точку. О, так, в принципе, даже лучше будет. Если он нас за два, и мы его за два. Ну, давай. Гаргозаврик не решился на атаку. Но зато мы уже накопили полный пул. Собственно говоря, мне мастодонзавр и не нужен больше, чем на разделаться вот с этим вот парнишкой. На 4. Ах, магическая цифра была на этот раз 3. Ну, атакует на все 6. Ну, это было глупо. Довольно-таки. Так. Я его за два удара, походу, сложу сейчас. Раз, два. 770. И 4 сохраняем. Так, Антарктопел — это довольно сильный противник. 2000 на 500. Хотя нет, послабее по ХЦ Ратопса нашего. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, здесь магическая циферка 3. Та-дам! Проатаковали нас на 5. Так, ну, больно бьется кентрозавр. И это отличная победа. И есть. Давайте поглянем, кто у нас. У нас 255, вот 10 боев, 355, 450. Ну да, около 20 боев как было, так и осталось. Ну, наверное, мы столько не затащим сходу, но будем где-то рядом. В первой двадцатке, например. Пробуем такую вот троицу, правда, слабовато. Слабовато, жизни, как видите, у них мало. Но бьют они больно. Птеродактиль и Тиранус, они очень похожи. Ну да, да, противники, конечно, помощнее у нас. Ёшкин кот, блин, смотрите, насколько сильнее Ютиранус. Точнее, Таникалагреус этот, чем то, что есть у меня. Так, ну там птеродактиль бьет неплохо, но после птеродактиля это идет анкелодок, это плохо. Ну мы здесь сливаемся. Так, ну интересно. Ну я не могу ничего сделать. Я могу только подмениться и проатаковать на 3, например. Я практически завалю Таникалагреуса. Но все равно. Он сейчас меня добьет легко на 2. Удар на 2. У него было 3 балла. Смогу ли я его теперь добить? Вот в чем вопрос. Мне нужно... Да, в принципе, могу. Он 1 балл даже перенес, гаденыш. Ну так анкелодок все равно нас сможет завалить беспроблемно. На 3 удара, у него 5.
Ну, так и ожидалось. Ну да, он легко может нас убить. В принципе, ему достаточно сколько? На 3 проатаковать. Хоу! А Дарвиноптером вообще. У него осталось 3 балла. Атакует на 2. Вот я его победил бы. Вот так, вот так, вот так. Но Анкилодок меня за 3 убьет. У него сила удара 500. И этого ему хватит. К сожалению. Если бы не было бонуса, мы бы выжили. Ну а так... Ну, противник был существенно сильнее нас. Мы сделали все, что могли. 1 балла нам не хватило для победы. Так, ну пробуем еще раз слабенькими подраться. Ну, как слабенькими, да, так послабее, послабее. Чё? Будем пробовать, чтобы у нас получилось больше боев. Не так, в принципе, ситуация нормальная. Можно бить. Не знаю, правда, зачем он подменялся. Так. Раз, два. Вот, блин, а вот надо нам или не надо? Не надо. Не надо. Значит, все отлично. Так, ну все, тут уже победа у нас в кармане, в принципе. Три. Ну, решил проатаковать, но это такое дело. Нам не страшно. Так, у Найзавра нам тоже не страшно, потому что у нас есть целехенький нетронутый цератозавр. Но я думаю, затащу тропиогоптером. Ну вот и все. Ему защита не может помочь. Даже в 4 балла. Немножко продвинулись и идем дальше. Травоядный наш следующий уровень. Будем пытаться, будем стараться. О! Посмотрите, какие слабенькие нам попались на этот раз. Ну, нормалек, нормалек. Ну что, Супранотитан? Слоник. Он как слоник, у него такие гигантские толстые лапы. Ну, правда, нас с такой же легкостью завалит и скафагнат. Но, у меня там 2 травоядных. Я так же само его легко завалю. Так, у него осталось 2 балла. Ну, ладно, сделаем так.
Ну, он решил смениться, но что это меняет? Он покойник, и два давай. Отлично. Ну все, пусть Скафагнат протакует Парзаврика на 8, чтобы мы немножко повеселились. И все. Ну ладно, мы протакуем на 7. А вы видели, когда он поднял ногу, у него там на ноге были кружочки. Вон, кружочки такие. Спиральки. Ну ничего себе, 54 место у нас уже. Снова набор загадка нам попадается. Травоядный амфибия, травоядный. Будем брать, в общем-то, противника правильным подбором динозавриков на схватку. И это будет очень-очень-очень-очень-очень сложно. Он мог бы нас только что съесть, но он протупил. Но там еще Индоминус еще больше ужаса нам наводит. Так, он протыкал на все 4, у него по идее по нулям, да? Эх, жаль, что за один удар мы не можем его сложить. Придется сделать вот так. Но ситуация неплохая на самом деле. Все еще можно разрулить. Особенно если он нас проатакует. Один. Всего лишь на один. У него осталось 2 балла. Yes! Мы его сложили. Но, правда, у Индоминуса получится очень много баллов. Ну, сейчас дальше, как говорится, ровный бой идет. 6 баллов. Ему нужно атаковать на 3 минимум. Он так и делает, считать умеет. И 3 балла у него осталось в защиту. А у меня будет 5. И, к сожалению, я его не могу пробить. Я его не смог пробить. Блин, правда, защитился я. О, хотя все правильно. Он сейчас, думаю, проатакует меня на 5. Е-е-е. Не сможет. Так же, как и я его не смог бы. Повезло нам, нам повезло. Не, конечно же, не без умений. Везет тому, кто везет, ребятки. В общем-то, кто старается, тот получает результат. Снова загадка. Так, ну мы хорошо продвигаемся. Травоядный, идем дальше таким же набором. Правда, амфибии мне приходится искать так значительно подальше. Посильнее, так сказать. Так, и у нас хищник, ну такой себе. Два удара и хана называется наше положение. Кстати, надо было бы подмениться, наверное. Атакуют на все 4, это облегчает нам задачу. Так, ну там сильный остапозавр идет, это, конечно, плохо. Так.
Так, что бы нам сделать? Как бы нам залмоксиса использовать повернее? Например, вот так. Блин, перестарался, правда, но у нас все хорошо. У нас снова будет все решаться на последней дуэли. Да. Ну, так как-то. Он поставил защиту, это значит хорошо. Так, а мы выдержим 4. 3? Почему на 3? Четыре в защиту поставил. Но походу мы уже победили, ребята. Это была его фатальная ошибка. Нам 2 удара хватит. Та-дам! Главное, вовремя выждали. Мы как истинная амфибия сидели в болоте, ждали, пока на водопой придет Карнораптор, чтобы его сожрать. Так, нам еще примерно 5 боев, и мы будем топ-1. Блин, как близко, ребята, как близко. И снова наша любимая троица, травоядные амфибии. Травоядные, как видите, Горгазух 20 существенно помощнее будут наших травоядных. Но это нам идет на руку. Противники у нас поддаются нашему натиску и нашему умению. Так. Ну и как-то не больно. Делаем так. Хотя надо было подмениться. Надо было подмениться. Ну давай, атакуй. На все баллы. Хорошо. Так, я его за один удар, ребята, сложу сейчас. 1, 2, 3. И вот так. Так, у него там урхи, может быть, неплохо бьет, но хотя 17 уровень всего лишь. Сейчас мы его съедим. Магическая цифра 5. Та-дам! Вообще идеально угадал. Ну, сейчас мы затопчем его нашим рогатеньким гибридиком. Или нет? Нет, все-таки, наверное, все-таки мы съедим его Горгазухом. Отлично. У нас там уже такое 23 место было. Так, пролетел мимо нас счастливый билетик. Так, на этот раз мы уже берем что-то другое. Хищник, травоядный летун, хищник. У нас там Зухариптер завалялся. 30-й. У нас еще много-много-много динозавриков остается на самом деле. Я-то думал, не хватит нам занять первое место, он против нас Володька. А на самом деле у нас еще и останется очень много. Отлично.
Так, еще один удар ему. Так, он сменился. Мы два выдержим, так что мы никуда не спешим. Четыре уже точно не выдержим. Атакуют на три, и мы тоже не выдержим. Так, жалко Зухариптор, конечно. Ну, хотя, ничего страшного. Там два у него травоядных идет. Раз, два, три, четыре. Вот так придется бить. Та-дам-пам-пам-пам-пам. Так, теперь нам нужно разобраться. 4 балла у него. Атакуют на 3. На 4. Отлично. Так, теперь нам нужно сделать вот так. Вот так. И вот так. И гарантировать себе победу. Здесь вообще все легко. У него несчастных 800 жизней осталось. И синий-синий рот. Так, а мне интересно, вот за 4 удара он бы нас пробил или нет? Если бы у меня не стояло в защиту. И пальчики оттопыривает. Все-таки раптор. Хоть Карна, но раптор. Так. Девятое место, ребятки. Девятое место. О, да мы сейчас займем главенствующую роль. И рядышком через две карточки у нас там был Эрликозавр. Так, вот, смотрите, сколько у нас еще остается динозавриков. Короче, очень-очень много. Так. Правильно? Правильно. И это наша победная битва будет сейчас. Так, правда, расклад не очень удачный. Ну, в принципе, можно пытаться. Бьет на 2. Раз, два, три. Вот так, ну что поделаешь. Так получилось, ребятки. Он сейчас нас за один удар завалит. Но я его атаковать никак не могу. Вот именно из-за этого балла. Если бы его не было, он сейчас подменится. Нет. Ну, тогда мы победили, пожалуй. Отдал нам победу, хотя шансы у противника были такие же, какие у нас. Ну вот и все. Пришла твоя смерть, Унайринг, пернатая. Помню, я в игре Jurassic Park The... Не, Jurassic Park, просто Jurassic Park The Game, да? Там были такие ядовитые троодоны прикольные. Такие лупастые. Вот так вот, ребятки, мы заняли первое место. Всего-то там сколько? Первая серия у нас минут 20, а это минут 30. Меньше, чем за час. И у нас еще много-много всего остается. Так, ну еще давайте один бой для закрепления. Так, травоядный. Против него хищник будет какой-то. Амфибия. И
Анкелодок. Ну все, сейчас порвем еще раз кого-то напоследочек. Так, 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 так. Ну, такое себе. Можно атаковать. У него останется меньше, чем 1167, 1128. А у него хищника даже нет, ребята. Нету у него хищника. Я знал, мы его напугали первым ударом, потому он защитился. Вот так вот сделаем. Ну, вот так. Чтоб наверняка. Вообще, мы эпично шагаем. Ну, конечно, сейчас он уже сможет нас завалить. 5 баллов, этого достаточно. Но ему жить осталось пару секунд. Крупный принозух, смотрите, он крупнее, чем остапозавр. А у стапозавра, кстати, голова напоминает вот тех вот подземных тварей, с которыми сражался Кинг-Конг на острове Черепа. Так, ну что, ребятки, в общем, как и обещал, мы добрались до первого места, даже немножко закрепились, и пора мне сделать паузу. До скорых встреч!